Всем привет, меня зовут Яна. Сейчас ведется репортаж с места событий. Мы находимся в Ливане, в нашей школе Дар-эс-Салям, о чем, в принципе, сейчас и пойдет речь. Это мой первый опыт, когда приехала изучать арабский язык в арабскую страну. До этого была лишь в качестве туриста. В принципе, до обучения здесь изучала на протяжении 3 лет арабский, и эта стажировка запала мне в самую душу, в самое сердце, поэтому хотелось бы посоветовать всем студентам или всем желающим изучать арабский язык, даже если с нуля, даже если продолжительный уровень или продвинутый, здесь вы всегда найдете для себя что-нибудь новое, что-то интересное. Преподаватели здесь просто великолепные, они являются носителями языка, проживающими в Европе, то есть у них у всех хорошее владение несколькими европейскими языками и, естественно, арабским. Именно здесь вы можете научиться очень важному аспекту в арабском языке, как диалект. Сиро-ливанский диалект, на самом деле, очень отличен от классического арабского, но при этом не менее интересен. То есть в университетах такому вас вряд ли научат. Поэтому всем советую за атмосферой, за положительными эмоциями, за обучением, за просто знакомством с хорошими людьми, после чего у вас останутся невероятно классные впечатления, и вы будете воодушевлены, вдохновлены и чувствовать себя прекрасно.